Так, тут у нас вот фигурка Джокер. Джокер — это из этого Кристиана Бейла. Обычно, что здесь денег нет в чемодане? Пусто. Просто обычный чемоданчик. Там, по-моему, не деньги должны были лежать, а какой-то этот... Оружие, наверное, может, пистолет? Нет, он не умещается. Ну ладно, оставим как есть. Кстати, чемодан плохо закрывается. Я не знаю, будет ли его держать здесь рука. Посмотрим. Ну да, рука держит. В принципе, на руке есть, кстати, вот пуговки от костюма. Лицо белое с обратной стороны. Ну, то есть только одной стороной, получается, ставится лицо. Так, чемоданчик. Вторая рука. Пошла аккуратненько. Ну, что такое? У меня сложности с руками, либо просто такая рука. Не, все нормально. Так, здесь идет пистолет. Ставится в руку. Так. И, собственно, вот это. Ну, это как в самом начале фильма был такое, когда они грабили банк. Пришел с чемоданом, которого там убивал водитель автобуса. Такая рубашечка. Здесь какая-то золотая, видимо, что-то цепь или что-то такое, бляха. Вот она маска этого Джокера. Пистолет такой вот. Больше на какой-то шокер похоже. И здесь, в принципе, серый такой неприметный пиджачок. И пуговки сзади. Просто вот складочки здесь разрезаны, как у этого. У смокинга, да? И вот чемоданчик.